Вооруженные повстанческие группы, которые контролируют восточный район Алеппо, отступают, но не сдаются и намерены продолжать борьбу с режимом Башара Асада. Об этом объявили их лидеры, продолжая удерживать часть позиций под напором правительственных сил и обстреливая западную часть города. Там жертвами ракетных ударов стали 8 человек в подконтрольных правительству жилых кварталах Алеппо. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила. Воспользовавшись беспорядочным отступлением деморализованных боевиков из районов, которые удерживались вооруженными группировками, в том числе террористами Джабхат Фат Аша, бывшая Нусра, вышли более 8,5 тысяч мирных жителей, из них около 4 тысяч детей. Жертвами бомбовых и ракетных ударов по восточным районам Алеппо стали, по разным данным, от 45 до 60 человек. В ООН обеспокоены ситуацией с детьми. «Разумеется, нас чрезвычайно беспокоит ситуация, в первую очередь с маленькими детьми», сказала в Женеве Беттина Люшер, представитель Всемирной продовольственной программы. «Так как они более уязвимы, чем взрослые, они больше страдают, быстрее склонны к истощению». Всего за последние дни восточный район Алеппо покинули около 20 тысяч жителей. Сирийские власти отвозят их в специальные центры, где не только предоставляют кров и помощь, но и проверяют документы. В Дамаске считают, что вместе с мирными жителями город покидают и боевики.